Почти 80% немецких компаний, которые работают на китайском рынке, планируют и дальше инвестировать в КНР. Исследование провела Торгово-промышленная палата Германии в преддверии визита в Китай канцлера ФРГ Олафа Шольца. Исследование показывает, что наши компании уверены в китайском рынке. Готовность большинства предприятий продолжать инвестировать в КНР отражает их взгляды на перспективы развития местной экономики. В то же время компании из ФРГ чувствуют растущее соперничество со стороны китайских производителей, сообщает Торгово-промышленная палата Германии. Чтобы сохранить конкурентоспособность, немецкий бизнес готов вкладываться в исследования и разработки, а также укреплять сотрудничество с партнерами из КНР.